Народные гуляния и встречи главного виновника торжества. В субботу на площади Пушкина ивановцы собрались, чтобы поприветствовать хозяина грядущего праздника Деда Мороза. В ожидании снежного кортежа горожане со своими детьми катались на горках и знакомились с новогодней ярмаркой. Более 30 домиков распахнули ставни и началась бойкая торговля. От выбора разбегались глаза. Все это из дерева, ручная работа, вырезается все вручную. Вот это вот, видите, вот такие мелкие узорчики, это все вырезается вручную. А хлебницы хорошо берут, вот короба хорошо берут, вот такие берут вот подвесочки в подарок, шкатулочки разнообразные, вот такие вот берут у нас браслетики. В соседнем домике торгуют русскими валенками, расписанными вручную. Все гордятся продавцы из натуральных материалов, никакой синтетики. В таких даже в самые трескучие морозы будет тепло. Из козьего пуха палантины, косыночки, манишки, пожалуйста. Из кроличьего пуха шапочки детские, подростковые, носочки, варежки. То есть все мы подготовили к зиме основательно, чтобы наши ивановцы не замерзали. Согреться и перекусить можно сразу в нескольких местах. Здесь угощают диковинным испанским десертом и уже полюбившимся рождественским напитком. Безалкогольный глинтвейн, горячий, можете потрогать, вкусный, то есть главное безалкогольный. Вот. И чуросы, можете посмотреть, как они жарятся. Вот они, в сахарной посыпке. И еще раз будет соус шоколадный внутри. Подают все в стаканчики, макаете, кушаете, забиваете глинтвейном горячим. Вот такое, все горячее. Богатая ярмарка со столичным размахом в Иванове впервые. Чтобы обойти всю площадь, нужно не меньше получаса. Все радует глаз, все здорово, все весело. В нашем городе еще никогда не было такого центра Нового года. Вот, очень рады, сейчас все обследуем. Настроение супер, бежим на горку скорей. Мы только пришли, сейчас надеемся на хорошее впечатление. Да, ждем Деда Мороза, позитивных, радостных моментов. Всего самого лучшего в новом году. Вот с внучкой пришли Деда Мороза встречать, да, Настя? Как у тебя настроение, расскажи. Хорошее настроение у тебя, да. Нам скажи, 2 годика еще, но мы вырастем обязательно, да, Настя? Большинство, впрочем, пришли не за сувенирами. В карете вместе с внучкой Снегурочкой на площадь прибыл Дед Мороз. Поприветствовал ивановцев, пожелал благополучия, счастья и удачи в грядущем 2018 году. Ну, во-первых, новогоднего настроения всем желаю, счастья. Конечно же, финансовой прибыли какой-нибудь, то это без этого никуда. И здоровья! И здоровья главное, правильно, внученька. Поистине сказочная красота опустилась на площадь с наступлением сумерек. На главном новогоднем дереве города зажглись разноцветные огни, а праздничная иллюминация заставила каждого поверить в чудо. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.